Северное сияние, белые ночи, северные олени. Это все я увидела благодаря моей работе. Многие мечтают побывать в Арктике, а я там работаю. У меня семья вахтовиков, у меня отец всю жизнь работал вахтовым методом, и два старших брата тоже вахтовики. После того, как я развелась, мне надо было поменять свою жизнь, и я, наверное, убежала на крайний север, чтобы меня никто не побеспокоил, и забыть некоторые моменты и начать новую жизнь. Отношение мужчин к женщинам на вахте особые, к нам по-другому относятся, бережливо, что ли. У нас как маленькая семья, мы внутри коллектива, и все друг другу помогают. И у нас не было ни разу конфликтных ситуаций. Не нужно бояться женщинам работать вахтовым методом на крайнем севере, потому что мы на самом деле очень сильные. Надо просто поверить в себя, в свои силы. У нас все условия созданы для работы. У нас есть свой спортивный комплекс, свой личный тренер. Я сама постоянно хожу в спортзал. В этом году я участвовала в турнире. Мы играли в настольный теннис. Есть зоны отдыха. Я мечтаю, чтобы мой сын пошел по моим стопам, чтобы он также покорил нашу Арктику, наш крайний север.